Всем привет, друзья, с вами Дмитрий Калинин. Я начинаю тестирование камеры Samsung Galaxy S7H. Запись ведется Full HD. Напомню основные характеристики камеры в этом смартфоне. Здесь установлена 12-мегапиксельная камера от компании Samsung. В других моделях бывает от компании Sony, но вот у меня в частности модуль от Samsung с оптической стабилизацией изображения и диафрагмой f1.7. Так что смартфон должен прекрасно снимать в условиях недостаточной освещенности. Я сейчас немножко похожу для того, чтобы проверить стабилизацию оптическую и посмотреть, как работает перефокусировка. Это просто какая-то сказка. Всегда кадр находится в фокусе. Вот смотрите, я сейчас подхожу к объекту. Он сразу же находится в фокусе, и я перевожусь на дальний объект, и он мгновенно фокусируется без всяких прыганий, ерзаний. Опять кадр в фокусе, перевожусь на дальний объект, а тоже в фокусе. Я уже тестировал автофокусировку этого смартфона в Москве, когда знакомился с этим смартфоном впервые. И уже примерно 2 недели назад восхитился камерой в этом смартфоне. И сейчас я хочу повторить, что камера в Samsung Galaxy S7H действительно лучше на сегодняшний день. Посмотрите, имеется зумирование. Я сейчас держу смартфон одной рукой. Сегодня довольно холодно. Вроде бы началась весна, но вчера, посмотрите, выпал снег. И сегодня очень холодно на улице. Ну все, на этом тестирование камеры Samsung Galaxy S7H я завершаю. С вами был Дмитрий Калинин. До скорых встреч, друзья!